И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька Присус, как всегда на моем канале. Некоторым понравился про скелетон, попросили, типа, Кунька, давай скелетон посмотрим, что там, есть какие ликвидные. И, честно, народ, если раньше приходилось просто занижать планку, да, то есть, как вы помните, раньше я оценивал только от 4 автобаев, да, и включал это в ликвидные ножи, то здесь просто капец какой-то. Здесь очень-очень-очень мало автобаев на этом ноже, неважно, какая раскраска. Автобаев очень мало. Не знаю, может потом добавится, конечно. Кстати, пока записывал, перезаписывал видос, один автобай уже продали по автобаям. Так что один нож будет как бы 3 автобая, но на данный момент 2. Ну, как бы вот такое вот бывает. Ну и дабы защититься от мамкиных трейдеров, что вот это ликвид, это не ликвид, автор вообще несет херню. Я зачитаю термин, что такое ликвидность. Ликвидность — это характеристика экономического объекта или процесса, описывающая возможность быстро и беспрепятственно осуществить те или иные экономические операции с ним. Ликвидность определяется как свойство актива быть быстро поданным по цене, близко к рыночной цене. То есть я смотрю по автобаям, чтобы это можно было вывести на карту обратно. То есть я купил ножичек, такой смотрю, ну вот, у него много автобаев, в принципе, обратно я верну свои деньги. Да, я чуть-чуть потеряю, но совсем чуть-чуть, чтобы не надо было долго искать, кому продать этого человека, кому продать этот ножик, да, человека и так далее и тому подобное. Поэтому вот что такое ликвидность, а не как легко этот ножик затрейдить, сколько у него автобаев в стиме. Хотя по стиму тоже можно смотреть, но все-таки я приверженец именно реала, потому что я покупаю за реал и продаю за реал в стиме. Я вообще не представляю, какие люди додумаются 50 тысяч залудить в стим, чтобы купить там ножик. Я таких людей, честно, не знаю. Вот просто не знаю ни одного. Не, есть такие, которые там минимально какой-нибудь дешевый ножик, да, там наваху условно, есть такие, которые задонатят в стим, но опять же, зачем покупать, когда в стиме, да, когда реалом это стоит дешевле. Ну ладно, что, погнали смотреть. Скелетон у нас первый. Фейт на данный момент имеет 3 автобая. Самый низкий автобай — 106 332 рубля. Следующий скелетон — это у нас убийство. Качество после полевых на данный момент имеет 3 автобая. Самый низкий автобай — 45 237 рублей. Следующий скелетон у нас — это городская маскировка, качество закаленное в боях, самый низкий автобай — 12 108 рублей. Следующий у нас скелетон — это пиксельный камуфляж, закаленный в боях. На данный момент имеет 3 автобая, самый низкий автобай — 11 678 рублей. Следующий у нас скелетон — это африканская сетка. Качество немного поношенное, на данный момент имеет 3 автобая, самый низкий автобай — 12 538 рублей. Следующий наш ножичек — это поверхностная закалка, качество поношенное, на данный момент имеет 3 автобая, самый низкий автобай — 22 741 рубль. Следующий ножичек — это кровавая паутина, качество после полевых, на данный момент имеет 3 автобая, самый низкий автобай — 66 503 рубля. Следующий ножичек — это у нас неокрашенный, на данный момент имеет 3 автобая, самый низкий автобай — 46 712 рублей.
Следующий ножичек — это сажа. Качество закаленное в боях. На данный момент имеет 4 автобая. Самый низкий автобай — 11063 рубля. Следующий ножичек — это у нас патина, качество поношенное, на данный момент имеет 4 автобая, самый низкий автобай — 17209 рублей. Следующий у нас ножичек — это вороненная сталь, качество поношенное, на данный момент имеет 4 автобая, самый низкий автобай — 19791 рубль. Ну и завершает у нас ликвидные ножи ликвидный скелетон. Это скелетон Северный лес. Качество после полевых. На данный момент имеет 4 автобая. Самый хороший автобай именно у него. И самый низкий автобай — 12583 рубля. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Клинка. Желаю всем Porsche подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Обязательно просите, какой следующий ножичек вы хотите увидеть в этой рубрике. Пишите в комментарии. Всем удачи, народ!